Член Президиума Российского Союза боевых искусств, заслуженный тренер России, обладатель 8-го дана карате Алексей Штурмин. Войска, да, или армейский рукопашный бой, вот, по крайней мере, средь нашей спортивной это, да, такой... Те два официальных рукопашных боя, потому что куча неофициальных существует, да. В бойцовской среде мы так их разделяем, и, конечно же, мы знаем о том, что лоу-кик как раз еще с ограничением разрешены в армейке, и во внутренних войсках лоу-кик запрещен, поэтому мне думают, что здесь его по правилам не разрешено было носить. Да, ну, а как вы, дорогие друзья, поняли, поединок 5-минутный однорандовый поединок закончился единогласной победой и решением судей. Да, как я понимаю, Олег Бухонов как раз одержал победу, и мы его с этим поздравляем. Дамы и господа, а чтобы еще больше поднять...